Всех приветствую! Это канал Александр Плей, викинг музыки. Продолжаем рубрику «Импровизационный экстрим» от Александра. Да, в этой рубрике я пишу спонтанные импровизации на различные темы. Ну, какие-то более спонтанные импровизации, какие-то немножко я, как бы, какие-то кусочки заготовил, но это не заготовка, не по нотам выучена. Не по нотам. Таких нот вы нигде не найдете. Из нот только вот основная тема. Сегодня что у нас? Перепелинная тематика. Эту неделю я танцы народные компонировал. Была у них мелодия, значит, вот перепелочку надо сыграть. Ну, ноты я взял на всякий случай для первого класса. Просто мелодия в одну ноту, гармония простейшая. Ну, чтобы мелодию смотреть. Когда, если смотрите тему, как-то удобнее даже импровизировать. Но это, в принципе, не обязательно. Я иногда так делаю, смотрю, но в основном по памяти. Но вот именно в этом видео я смотрел на эти простые нотки с мелодией, чтобы точно вот костяк этот не потерять. Поэтому, кто подумает, что я по нотам играю, имейте в виду, там стоят ноты за первый класс в элементарном виде, просто вот эта мелодия перепелочки. А таких нот, что я импровизировал, их нигде нет, и я даже их не записывал, и я их и не хочу записывать, а зачем? Вот она, настоящая эта фишка баяна, именно вот так спонтанно импровизировать. Ну, может быть, со временем какие-то пьесы я и запишу. Было бы интересно. Я даже уже читаю комментарии, говорят, Александр, записывай пьесы, будем их играть. О как! Это, конечно, меня радует. Итак, давайте с вами попробуем, значит, перепелочку запилить.